Наступающее лето – время для спорта не в закрытом помещении, а на свежем воздухе. Это прекрасно понимают поклонники такого вида спорта, как пляжный волейбол, которые боролись за лидерство в Северном парке. Пляжный волейбол – игра позитивная, стремительная и очень веселая. Для него не требуется специальная экипировка или большое количество оборудования. Вам нужно лишь взять мяч, сетку, прихватить несколько друзей и отправиться на ближайший пляж или оборудованную площадку с песком. Благодаря тому, что игра проходит на песке, в этом есть свои плюсы. На него падать при игре гораздо мягче. Песчаная площадка в Северном парке стала местом состязаний для 10 женских и 9 мужских команд городского и сельских поселений в зачет спартакиады физкультурно-спортивных клубов по месту жительства Славянского района под девизом «Живым и павшим посвящается». Уже не первый раз принимаем участие в соревнованиях по пляжному волейболу. Все нравится, погода прекрасная, располагающая к играм, поэтому надеемся выступить хорошо и всем участникам удачи. Пляжный волейбол, помимо традиционных для волейбола прыгучести, хорошей реакции и силы, требует большей выносливости, поскольку в игре на песке спортсменам приходится чаще совершать прыжки и рывки. Не нужно забывать и о погоде. Правда, в день соревнования она была очень благоприятная для спортсменов. Для Славянска как бы это праздник, ну, пляжный волейбол. Пляжный волейбол все любят, как бы все поселения приехали, активно участвуют. Всем очень нравится. Настроение просто прекрасное, шикарное. И еще плюс погода, которая нам сегодня позволила. Ни ветра, ничего нету. Солнце светит. Ну, класс. Я сказал бы, это высший уровень, как бы. Очень повезло. По итогам состязаний среди мужских команд победила команда Протокского сельского поселения. На втором месте Прибрежная, на третьем Коржевская. Среди женских лидировала команда из Прибрежного. Второе место у Анастасиевского, третье у Коржевского сельского поселения. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».